Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! На мое удивление, прошлый ролик по сампу набрал хорошие просмотры и хорошее количество лайков. Давайте так, ребят, если вам нравятся разнообразные ролики, которые не влияют никак на выход основных видосов, вы просто поддержите лайкосом и подписочкой на канал. Чем будет больше активность, тем быстрее выйдет новый видос. А также заходите на второй сервер и вводите мой ник Ваня Холдик при регистрации. Ну либо же промокод просто хэштег Холдик. И на четвертом уровне получайте приятные бонусы. Я думаю, вы помните, чем закончилось прошлое видео, и мы очень долго работали на ферме, выполняли квесты, и результаты дали о себе знать. Нет, конечно же, золотые горы нам поднять не получилось, хотя, как сказать, работал я долго днями и ночами, и, как говорится, шел, упал, очнулся, гипс. Так вот, у меня похожая ситуация. Шел, лег спать, очнулся, и у меня куча денег. Я не знаю, как это работает, но меня это порадовало. Я, как настоящий бомж-миллионер, хочу теперь роскошной жизни, так как дома у меня нет, а показать всем, что я богатый бомж, естественно, хочется. Поэтому поедем мы с вами на аренду спортивных тачек и возьмем самый дорогой и будем рассекать по этому штату. Все бы, конечно, ничего, если бы, конечно, у меня были права. Так сказать, эта вещь не особо важна, но арендовать без них что-то не получается. Ладно, не будем отчаиваться, поедем сдавать на права, че уж там. Нужно, кстати, перекусить, а то пока мы еще не доехали, я настолько голодный, что сейчас умру с голоду. Так-так, вкусно поели, теперь можно и на права сдавать. Ага, рано радовался, не так все просто. Перед тем, как сдать на права, нужно еще госпошлину оплатить. Хорошо, что я встретил подписчика, который стал моим личным водителем. Так, синенькая машинка, садимся и сдаем. Я, конечно, очень переживал, получится сдать или нет, поэтому ездил аккуратно, ничего не нарушал. Да боже, кого вы слушаете? Конечно, я бы ездил по правилам. Но, увы, что-то пошло не так, и я думаю, пару сбитых столбов никому жизнь не испортят. Потом отремонтируют. Так, видите, права получили, поэтому никто не докопается. Теперь можно взять тут машинку простенькую и поехать, наконец-то, арендовать буллет и рассекать по улицам. Все бы, конечно, ничего, если бы машину, которую я хотел, не арендовали, пока я ездил, сдавал права. Но тут рядом, вроде тоже неплохая стоит, поэтому давайте возьмем, покатаемся на этой. Ну, что сказать, едет неплохо, правда, несколько лишних столбов стояло, но ничего, мы это исправили. Слушайте, раз уж такая тусовка, может, поедем в казино и поиграем и денег немножечко поднимем. Мне кажется, это шикарная идея, поэтому погнали, погнали, погнали. Опа, парковочка, красиво мы стали, прямо в кустиках машину спрятали, чтобы никто не своровал, пока я деньги буду поднимать. Правда, я теперь сам выехать не могу, но зато теперь точно никто машину не украдет. Побежали пока внутрь, зайдем, посмотрим, что там происходит, разведаем, так скажем, обстановочку. Ну блин, даже тут не получается, надо третий уровень иметь. Давайте договоримся, вы сейчас наставите много лайков, а я прокачаю аккаунт и в следующих роликах приеду в казино поднимать лаве. Договорились? Ну а пока давайте поедем на авторынок спорткаров, там обычно куча народу пытается словить машину, расспросим, как часто они там появляются. Ну и пока я стоял и общался с пацанами, внезапно появилась одна из самых редких машин, поэтому надо бежать быстрее, пока ее не купили. Ребята, если кто не знает, то такие машины появляются один раз в несколько дней, и словить их, ну, крайне сложно. Поэтому, если вы хотите узнать, получилось мне все-таки ее словить или нет, то ставьте лайки, и в следующем ролике я вам об этом расскажу.
Ну а пока на этом все. Огромное спасибо вам за просмотр. Опять же, если хотите больше видосов, чтобы они были, чтобы они выходили чаще и были длиннее, то, пожалуйста, давайте свою активность и напишите в комментариях, играете вы в самп или нет. Если нет и хотите, то все полезные ссылки будут в описании. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что со мной. Всех обнял, до новых встреч и пока.